Небольшие подробности расскажите по поводу совершения данного преступления вами. 3 числа я распивал спиртные напитки со своим знакомым Кириллом. Пили вместе, потом пошли за водкой еще. Вызвали, ну, поймал такси, поехали на станцию Бахаревка, чтобы он там забрал куда-то деньги. Можно без подробностей, давайте сразу к делу. Ну, Кириллов задушил... То есть подельник ваш, да, получается? Да. Задушил водителя. После чего мы отвезли труп на трассу, я помог ему вытащить. И все, зашли обратно, продали машину. Mm-hmm. И разъехали, ну, по домам. Так, какую сумму денег получали вы за перевозку наркотических средств? 40, а, вот сейчас должен был получить? Или сколько тогда? Сколько ранее получали? Ранее 30 тысяч. 30 тысяч. Сейчас сколько должны были денег получить? 50 тысяч. Сумма перевозимого наркотика, ой, сумма, масса перевозимого наркотика первый раз из Петербурга в Екатеринбург какая была? 200, что ли, 200-300. 200-300 грамм? Да. Какого наркотика? Решишь? Сейчас, получается, сколько наркотиков перевозили в Екатеринбург? Килограммы. Килограмм? Угу. Деньги куда должны были поступить? Должен был скинуть либо на кошелек, либо на номер карты должен был скинуть.